Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Перед вами вот такой вот смартфон. Точнее, пока только перед вами коробка, но это смартфон Umi X3. Это та модель, которую мы очень долго все ждали. Очень много в интернете информации. Есть правдивая информация, есть неправдивая про его технические характеристики, про его объемы оперативной памяти, аккумулятор, толщина и тому подобное. Сейчас сниму для вас краткий обзор, распаковку, так как полноценно этот смартфон мы еще не успели затестировать. Только сегодня получили эту модель. Наверное, одними из самых первых вы увидите нормальный, полноценный русскоязычный обзор на этот смартфон. Давайте смотреть, что это за устройство и что он из себя представляет. Во-первых, коробка вот такая, вот очень маленькая. Все технические характеристики, вот кому нужно будет, сделайте стоп и прочитайте все подробно. Из таких ярких моментов, то, что мне однозначно нравится, это то, что аккумулятор 3150, он реальный. Две сим-карты, Full HD, 5,5 дюймов, хорошие камеры, матрица Sony и тому подобное. И довольно тоненький 7,6 мм всего лишь. Теперь, что в коробке? В коробке у нас располагается сам смартфон. К нему вернемся чуточку попозже. В коробке есть оригинальная пленка в комплекте. Пленка располагается вот здесь. И есть такие вот небольшие коробки. Это у нас зарядка. Точнее, это USB кабель. Там больше ничего нет. И это более чем стандартная зарядка. Ничего особенного тоже здесь нет, наушников в комплекте нет. Теперь переходим непосредственно к нашему смартфону. Получили мы его в белом цвете, вот такой вот он. Есть у него такая интересная пленка, со всех сторон он покрыт. То есть пленочка немножко уже расшатана, потому что я уже этот смартфон заряжал. Я ее сейчас вместе с вами окончательно сниму. Ничего нужного в этой пленке я не вижу. Такой как пленочный кейс образуется. Вот, открываю я, убираю ее, и вот видно, что это за смартфон. Смартфон Umi X3, 5,5 дюймов дисплей, Full HD, OGS, NFC, OTG, две сим-карты этот смартфон поддерживает. Процессор в этой модели MTK6592, он не турбированный, не 2-герцовый, тут стандартный 1,7 ГГц, то есть не так, как писали об этом там в новостных порталах. По толщине он довольно-таки тоненький, 7,6 мм. Давайте начнем спереди. Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Они светятся. Вот эта вот кнопочка мигает. Я еще не разобрался, почему она мигает, для чего. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера, есть динамик, датчик приближения, датчик освещения. С этой грани у нас есть слот под симки. Корпус у нас несъемный. Есть вот такой вот пыптик, который служит одновременно и заклепкой для наушников, и для открывание вот этого вот слота. Значит, обращаю ваше внимание на то, что здесь две симки. Одна нано-сим, вторая микро-сим. Не могу сказать, что это плюс. Мне такой набор сим-карт мне не очень нравится. То есть я привык к стандартным большим или стандартная большая плюс микро. Это как минимум. Сверху разъем под наушники. Тут кнопка включения, выключения и качелька громкости. Снизу у нас динамики, микрофон. Еще уточню, что это именно, может это стереодинамик, ну то есть об этом обязательно расскажу. Два болтика, разъем под зарядку, микро-USB сзади. Крышка у нас пластиковая, на ней остаются отпечатки пальцев, логотип Umi. Двойная вспышка, второй микрофон, 14-мегапиксельная камера от Sony. Тут все надписи производителя. Корпус хороший, корпус такой монолитный, ничего нигде не трещит, не люфтит. То есть корпус мне однозначно нравится. По многочисленным отзывам, вот эта вот панелька, она металлическая. Не знаю, как проверить информацию, потому что в интернете какой-то подробной информации о смартфоне просто-напросто нет. И то есть нужно будет просто садиться и разбираться. Пленка на экране. Я думаю, что вы уже поняли, что
Экран действительно крутой, экран действительно OGS, IPS. Что касается таких важных моментов, это то, что прошивка здесь стандартный Android 4.2.2. Экран действительно шикарный, видно, что углы обзоров хорошие, ну, то есть я это все тоже буду показывать. Какие впечатления первые у меня от этого смартфона? Наверное, это будет одна из лучших моделей на процессоре MTK6592. Я очень жду хорошего теста аккумулятора. Здесь 3150 мАч. Они честные. Мы видели фотографии в интернете без крышки. И, в принципе, можно открутить, посмотреть. Это вообще абсолютно не проблема. Там на нем реально написано 3150. А на моей памяти нету аналога с таким показателем. Тот же Zopa 998, у него 2,5. А там, где 3000, там уже идет диагональ выше, там 6 дюймов, у Lenovo S939 и тому подобное. Ближайший конкурент — это THL Test-OS, у него 2750 и диагональ 5. Здесь 5,5 дюймов и 3150 реальных честных аккумуляторов. Поэтому очень интересная модель. И что очень интересно, что цена этого смартфона, она приблизительно такая же, как у TestOS, а может быть даже и ниже будет он продаваться у нас в магазине в Украине. Еще посмотрим, поставим, разберемся, какую цену ставить. На этом все, такое не сильно краткая у меня распаковка получилась, но я думаю, довольно-таки интересно, модель очень интересная. Я не знаю, будет ли с черным вариантом задней крышки, скорее всего будет, а может быть и нет, не знаю, посмотрим. На этом все, ждем полноценный обзор, постараюсь не затягивать, постараюсь очень быстро затестить вам его и все подробненько рассказать. Спасибо, всего доброго.